Старые школы с новым ремонтом. В пограничном районе образовательные учреждения становятся уютнее и комфортнее. Здесь меняют кровлю, устанавливают пластиковые окна и обновляют спортивные залы. Качество работ проверила наша съемочная группа. Когда идут дожди и вода, в принципе, затекает сюда, вот в этом фойе, и потолок у нас вот частично там замазанный тоже, все разводы есть, и вот эта часть тоже затекает, поэтому, конечно, крыша новая нужна. Директор школы из поселка Пограничный рассказывает о главной беде. Лет 10 здесь протекает крыша. Год выдался бесснежным, и только поэтому сейчас нет разводов на стенах и потолке. Каждый год мы меняем какие-то очень важные участки, то есть ремонтируем какие-то важные участки в школе. Значит, сначала вот мы заменили все окна на пластиковые при помощи программы софинансирования, в которой принимает район участие каждый год. А в этом году мы сделали заявку на ремонт частичный, ремонт крыши. В другой школе пограничного района ремонт уже закончили. Заменили кровлю, поставили окна. Школа – это здание постройки 48-го года. Конечно же, замена кровли была просто необходима, потому что протечки были во всех кабинетах. И мы благодарны, что она у нас появилась. В школе созданы комфортные условия для обучения наших детей, работы наших педагогов. На этот год в пограничном районе запланирована установка окон и замена кровли во всех образовательных учреждениях. Это не только школы, но и детские сады. Данил Макарычев, Екатерина Таланова, Александр Засухин. Панорама.